Вечерочек, ты на канале Gantec Games, где мы с тобой играем в разные игры. Сегодня на повестке дня у нас Power Drill Massacre, что переводится как «резня электрической дрелью». Собственно, ты ее сейчас видишь вот здесь на обложке. Начнем. Puppet Combo Presents. Смотри, я английский-то не очень хорошо знаю. А тут как бы о русификаторах вообще никакой речи и быть не может, потому что это демо-версия. Поэтому будем как-то, ну, разбираться. Ну, что ж, вообще ничего не поймем. Все поймем. Раньше вообще их не было, и все играли нормально, так что что переживать. Вот там что-то говорят на фоне, но я вообще ничего не понимаю, что они говорят, что им надо. Да хоть бы субтитры добавили, слушай. А то ж ничего не понятно. Что вы хотите мне сказать? Ну красиво, лянь. Солнышко приятное такое. Интересное. О, кто-то разбился. Слышишь, кто-то разбился. А, то есть нужно было вот что понять, что там происходит? То есть вот по вот тому, как они там еле-еле говорили? Ой, как все светло. Меган. Что-то, короче... Что-то плохо, короче, ей. Я думаю, я в порядке. Что-то темно. Лучше найти фонарик, она хочет мне сказать. Лучше найти фонарик. Так, подожди, а как? А чё? Не волнуйся, Джефф, я найду помощь. А где там Джефф? Подожди, где там Джефф? А, вон валяется, слушай, вон он. Джефф, не волнуйся, да и всё, какая помощь, он уж всё уже. Смотри, он там в какаху превратился. Ой, это что там? Что-то похоже на фонарик. Ну-ка. Looks like flashlight. Берем. Да, пикап. You got flashlight. Супер. А как мне его использовать? Объясните, пожалуйста. И тут будет маньяк. Все в духе вот этой техасской резни бензопилой. А как мне зайти в инвентарь? Подскажите, пожалуйста. Инвентарь. На какую кнопку? На какую кнопку? Я все кнопки жму. На кой хер я взял... А, подожди, на escape. И что? Flashlight. Equip. Опа. XM. А, это просто почитать. Flashlight, чтоб типа видела. А как мне его включить? Воу, это чё? Это чё за Майнкрафт? Подожди, а включи. Может, батареек в нем нет? О, она может... Твою мать. Она может быстро бегать. Это хороший показатель, я скажу. Хотя подожди, не... Хотя подожди, не хороший. Ведь если она может бегать... Меган, глянь, там парит, глянь, парит. Это что там за вейперы собрались? Мы оббегаем холм, короче. Тут холм. Мы его оббегаем. Ой, какие... Какие эффекты? Подожди, может я эффекты уберу вот эти вообще? О, давай вот так. А то что-то сильно глаза режет, аж что-то не могу. Да, так может не создается какого-то эффекта. Но эффект эффекту рознь. Интересно, а у нее стамина есть? А то, бля, как хорошо в гору-то бежит бабеха. Беги-беги. Ищи помощь. Там Джефф уже коньки отбросил давно. Он тебя уже вообще не ждет. А мы бежим, сломя голову, посмотри. В натуре, у нее нет стамины. А прыгать она, кстати, не может. Я пытаюсь нажать пробел, но она не нажимает. Смотри, там обрыв сейчас будет. Ёппа.
А, нельзя. Нельзя выпасть. Так. А, вот и домик, да? Вот он какой-то домик. И что ты там? Открой дверь. Как мне открыть дверь-то? О! Сука, все это время был свет! Блять, это надо было на F нажать, прикинь. Но она светит тупо под ноги. Она... Видишь, как она держит его просто снизу. Светит себе на пятки. Ну, хер с ней. Пусть светит. Блять, как так можно бежать? Ты посмотри на нее. А я сейчас вот так побегу. О-о-о, фига, фига. Блин, опасно, опасно. Опа, фига она приседает. Не, ну давай так побегаем, чё. Но неудобно так бегать, потому что, чтобы я так... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чтобы я так бегал, нужно зажимать... Ля, она прям подпрыгивает. Нужно зажимать среднюю кнопку мыши, ну то есть колесико. Нужно колесико зажимать и вот так вот бегать. Это максимально неудобно. Блин, наверное, все будет лагать в записи. Опа, тихо. Это что за звуки? Ну мы что-то нашли, здание какое-то. Тут должна быть помощь. Помощь, на помощь. На помощь. Люди добрые. Добрые люди. Помогите. Помогите, там Джефф умирает. Добрые люди. Красивый закат. Но где люди? Нет, с фонариком все-таки лучше. Я не помню, она подвисает или что-то у меня... А чувствительность мышки тут вообще есть? Это чувствительность мышки? Или нет? Скорость? Ну, оно? Наверное, оно. Так, не сюда. А куда же нам? О, смотри. Прикол. Можно... на себя смотреть. А, нам сюда. А на помощь, ёбана! На помощь! Дверь открыта. Войти? Ну, у нас выбора особо нет. Что ты думаешь? Какое стрёмное здание, говорит она. Да не ссы! Ебать темно. Сейчас, подожди. Я сделаю секретный звук. Не получилось, короче. Он как-то... О-о-о, боже мой. Надо погромче сделать, слушай. Чтоб я тут обосрался. Что мы имеем? О, что-то светится. Твою мать. Что это такое? А можно как-то сделать документы? Меган... Что-то нужно сказать. Мне что-то нужно сказать тебе. Когда что-то там доберемся в четверг и поговорим с тобой. Ну, это одно и то же все. Есть ли тут... Что такое input? Воу. Воу, нет, 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 это вообще какая-то херня. Подожди. Что происходит? Что я сделал с управлением? Вернись назад, нет. Танк. Хуйня это ваш танк. Вот, давай вот так, все. Нормально начали бегать. Ебать, кто-то бежит. Кто-то тут бегает, или мне показалось? Я просто думал, что можно зажать, я бы от первого лица ходил. Потому что ни черта не понятно, что тут происходит. Так, а что мы тут вообще ходим? Зачем нам сюда заходить? Объясните. Блять, кто здесь? Ебать. Кто-то ходит. Записки.
Article Repeat. Что-то газета. О, господи. Короче, с помощью быстрого перевода продолжается поиск двух пропавших без вести в горах Поконо. Мейсон С. Сарджент и Лори Саммерс из Лонг-Айленда пропали 8 июня. Их лагерь и вещи были найдены, однако у следователей мало зацепок. Полиция говорит, что нет видимых признаков борьбы. А это еще не все. Ну, продолжается спасательная операция. Остальное пропало. И дата. 5 лет назад. Это, конечно, здорово. А, это я хожу. Всё, ёпта. Ключ. Пикап. Голубой ключ. Ну, возьми голубой ключ. Короче, кто-то тут пропал. И нам нужно кого-то искать. Или нет? Подожди, какой искать? Джеффа, блядь. Джеффа мне спасти надо. Мне вообще срать, что тут происходит. Джефф! Ебать тебя конем! Живи, сука! Я уже заблудился. Я сюда чисто пошел, потому что там что-то светилось. Я взял голубой ключ. Вот нам сюда. Нет? Ведь голубенькое нарисовано. Пиздец, я уже заблудился. По каким-то какашкам хожу. Очень все странно выглядит. Дверь металлическая. Я чувствую. Кто-то смотрит, короче. Серьезно? И из-за нее, типа, кто-то за тобой смотрит. Это что за лабиринт? Нахер вы такое придумали? Unbind watched. Или я не могу посмотреть за нее, да? Вот что-то, наверное, такое. Черепок. По телефону разговаривает. Sugar туннель. Сахарный туннель. Вот это я знаю. Такой английский для меня легкий. Но нет смысла подходить к этим дверям, я так понимаю. Тихо. Так, и что? Что тут нужно, блядь, найти? Нахер ты вообще сюда пошла? Пошло, но все нахуй. Джефф, ну короче, ну беда. Ну Джефф, ну все. Я в тьму, блядь, бегу. Я бегу в тьму. Не знаю, на кой хер. Куда бегу? Все, пиздец. Я в край в этом, в край эфир боялся этих лабиринтов. Да ну, пиздец. Да ну нахуй. Ну все, блядь. Куда? Бля, нет. Сука, зачем мне посоветовали в эту игру поиграть? Блядь, это демка. А что в полной происходит версии? Куда нам бежать? Нет. Блядь. Нет, это какой-то кошмар. Это ж лютый пиздец. Это тупик. Еще один тупик. Ну, короче, по левой стене будут одни тупики, да? Нет, смотри, есть про... Еще глубже. Джефф, прощай. Я к тебе не вернусь никогда в жизни. Раз вот такие приколы. Бля, зачем? Что-то разбилось. Не, ну смотри. Тебя же нас напугают. О, вышел. Какая-то музыка играет.
Жуткие песни, сука, жуткие песни. Но вы мне объясните, мне тут от кого-то прятаться надо или что? Воу. Воу, тут кого-то держали. Это что-то детское, это что-то детское. Что это такое? Ебаться колотиться. Ох, ёбаный рот. Куда мы зашли? Блять. Ебать. Ну, что я тебе скажу, Меган? Ты следующая. Ебать. Кто-то же пришел. Старое пиано. Я никогда не училась, или я училась только в школе. Может, сыграть? Ну, я... Это, короче, для вечеринки, что-то там, пати. А можно отключить музыку? Курочки. И трупачки. Блин, а чё? Короче, кто-то жил тут, видимо, с детьми. Тут ужасное случилось на этой кровати. Я думаю, кто-то еще здесь спал. Ебать. А ты обо всем будешь говорить? Что? Пайл? Да чего? Уйти, чтобы не заболеть надо? Или что? А, ну мы тут все можем посмотреть. А, молоток и ножи. Чего-чего, плохо видно. Короче, она хочет отсюда уйти. Ей тут не нравится. Об этом она не поговорит? Флэш. А, нужно уйти, чтобы не заболеть. Ладно, пойдем. Кто-то пробовал... Видимо, смыть кости в туалет. А ты ей про вот этот что-то скажешь, да? Короче, какие-то клетки для собак. Клетки для людей. Ну все, пиздец. Ай, блядь, сука! Ты пидорас! Котина! Блять, надо же было так напугать. Сука! И что теперь? А что я делаю? Он подходит ко мне. Я ничего не могу сделать. Что мне делать надо? Что-то странное с управлением, короче. А, он меня раздел? Ты чё, охуел? Вещи верни. Вещи верни, сука. Одень меня. Падаль. Одень, сказал я тебе. Одень меня, падаль. Я не могу даже, чтобы ты понимал, escape нажать. Что ты делаешь? Что? Что, блядь? Сука. И она вышла. Короче, смотри, загрузки загрузить не могу. Ничего не было, ни сохранения, ни черта подобного. Поэтому я так понял, что это вообще оказывается какая-то древняя... Что такое? Я так понял, что это какая-то древняя... Ой. Нет, подожди. Аналог, танк. А, можно прямо от первого лица поставить? Во.
А типа есть от первого лица? А... Может тогда мне проще взять... Может быть тогда мне проще... Сделать вот так? Вот! И зажимать не нужно. Эквип. Все, пошли. Слушай, я, короче, сейчас промотаю момент беготни. Чтобы мы посмотрели еще вариант. Потому что я так понимаю, что есть еще другой вообще способ какой-то выжить. То есть я приперся туда, куда не нужно было приходить. Говорит, там может быть есть телефон. Где? Какой-то дом увидела. Подожди. А! Фига себе. Я вот что думаю, может тут есть какой-то другой вход? Да вряд ли они будут так заморачиваться. Скорее всего, суть какая? Скорее всего, внутри. Ой, нет, вот тут вообще как-то неудобно бегать от первого лица. Ой. Блять, так еще хуже. Ебать, я плыву, подожди. Орбитал. Заходи. Я так понимаю, несколько вариантов, потому что... Вот, что-то открылось. Давай, короче, возьмем ключ. Раз мы уже такие прошаренные. Мы берем ключ, которого нет. Блять, это что, заново все генерируется? Давай, короче, сюда. А, тут тупик. Тут тоже тупик. Я так понимаю. Во, наверх. А можно вниз? Ну, мы дурачки, что ли, вниз ходить? Пошли наверх. Вот эта дверь открылась. Мне нужно 3 ключа. Синий, зеленый и красный. Блять, у меня... все разбросано заново. Вы чё, бля? Вы чё? Слушай, а демка-то большая. Демка-то большая, оказывается. И где же мне искать эти ёбаные ключи? Просто там понятно, не знаю, вспомни ту же Гренни. Там понятно, что... О! Что-что? Какая-то газета. Господи, сейчас, секунду. Начало исчезло. Я не могу прочитать. Она моя маленькая девочка, мы просто хотим, чтобы она вернулась. Уилбур сказал это в слезах. По словам Уилберов, Кристин играла возле кустов на краю лагеря. Мы пригласили ее на ужин, но ее там больше не было. Полиция изучает все возможности. Атаки диких кошек довольно распространены в этой области, сказал сержант Бейли. Но ее родители думают, что ее похитили. Не было ни медведя, ни кота. Мы не слышали никаких животных. Кто-то схватил, кто-то забрал ее... У нас. Это все, что сказано. Все прикольно, но мне нужен ключ. У меня был синий ключ, но теперь понятно, что его нужно было отнести сразу наверх. Просто почему нельзя сохраниться в этой игре? Так, тут ничего нет и ничего не светится. Ну, сука, он, конечно, напугал. Еще и раздел, ты прикинь, еще и раздел. А потом такой... Я вообще не понял этого прикола, что он делал. Он только походил, типа попугал.
Такой попугал, попугал. Блять, кто-то бежит. Попугал, попугал и... Так, это выход, я так понимаю, да? Да. И потом подбежал и начал нас сверлить. И от него уже никак не уйти. То есть, ну, это странно. И опять-таки, я вот что про Грэнни-то говорил. Там понятно, что можно спрятаться. А тут хер поймешь, что делать. Вот я его увидел, все, пиздец. Нет бы он меня как-то бил. Чтоб я понимал, что что-то происходит, что как-то можно спастись. А тут... Нет, все, он меня схватил и посадил, блять, в клетку. Ты охуел? Так дела не делаются. Что за блуждение? О! Еще какая-то газета. Да идите вы в жопу со своими газетами. Мое имя Дэвид Эшфорд. Мой адрес... Коберн Холлоу Роуд, Дир Крик, штат Массачусетс. Думаю, я умру здесь. Я прячу эту записку в надежде, что кто-нибудь ее обнаружит и узнает правду о том, что с нами случилось. Кто-то пришел в наш лагерь посреди ночи и... Не похоже, что эта записка была закончена. Ясно. Ну, мы уже знаем, что это какой-то пидорас, который сверлит людей. А, блядь, беги! Беги, хуй ты не бежишь! Беги, блядь! Беги! Сука! Беги! Беги, блядь! Ой, беги, блядь! Беги! Сука! Сука, откуда он пришел? Куда мне бежать? Блять, нет, это жесть. В пизду такие игры. Где выход? Ой, нахуй. Блять, у меня пульсирует голова. Я не... Фух, я думаю, я выйти не могу. Короче, он там, пошел он нахуй. Блять, как страшно, сука. Это же просто пиздец. Это просто пиздец. Мне надо отдышаться. Блять. Я даже не думал, что второй раз стоит запускать. Типа, ну, вот такая демка. То есть мы куда-то должны были дойти и умереть. Все. Вот тебе вся игра. А на самом деле, видишь, тут прям какой-то есть смысл прохождения. Четвертая. Апреля 85-го. Как ты плохо переводишь. Переводи мне, переводчик. Исчезновение по Коно. Никаких следов пропавших кемпингов. Так, с 78-го года 12 лагерей, наверное. Исчезли на расстоянии 100 миль гор Покуно. Ежегодно мы проводим десятки спасательных миссий, говорит рейнджер парка Чарли Планк. Люди проходят сюда в лагерь и гуляют все время, не имея никакого опыта. Случаются несчастные случаи. А, это еще не все. О, тут, блядь, писанины, конечно. Хотя большинство спасательных операций увенчались успехом, эти 12 человек оказались в тупике рейнджеров парка и местной полиции. Костеры оставили горящие сапоги и куртки, радио продолжали играть. Это как люди, которых мы оторвали от их лагерей, говорит Эйб Брэдли, который был вовлечен в поиски. Не могу больше читать, чернила исчезли. Инк, это чернила, запомнил? Faded, это исчез. А, вот тут ключ. Кей, голубой, супер. Взяли. Так, понятно, тут тупиковое. Блять, тут еще, прикинь, все выяснять, все запоминать надо. Я иду назад. Ой, не-не-не-не-не, не сюда. Блять, я заблудился. Сука. Нет. А он бежал! Он, блядь, за мной бежал куда-то! Где... А где спуск-то? Этот пидор за мной бежал? Не-не-не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Блядь, как я тут вообще оказался? Ааа, блядь! Иди нахуй! Ой, сука! Беги! Ооо! Беги от него! Беги!
Блять, он тут тоже ходит. Сука, тупик. Пидорас. Ох, пидорас. Что за дверь? Закрыто? Может, кто-то откроет ее? Да никто не откроет. Блять, он еще появляется с таким звуком неприятным. Какая же он мразь. Блять, я не могу. О, я не могу. Второй раз у нас получается долгим. Второй раз получается очень долгим. Как мне вернуться к лестнице? Какого хуя карта поменялась? Блять, у меня руки трясутся. Блять, не могу. Нет, в пизду, короче, я не буду эту игру проходить. Она жуткая до опизденения. Вот, нашел. Открывай, у нас есть ключ. Есть. Еще два ключа. Блять, это кошмар. Знаешь, что я тебе скажу? Вот то, что мы в хоррор играли. Да они адекватные были. Это хуйня какая-то. Это просто пиздец. Нам вниз идти. Блять, какая жуть. Тут чугля как все странно появляется. Я не знаю, будет ли на записи это все сильно лагать или нет. Надеюсь, не будет, но страшно очень. Страшно до опизденения. Я думал, эта игрушка вот-вот должна выйти, потому что демо-версия. Но я видел видео «Сахарный туннель». Иди ты нахуй со своим сахарным туннелем. Короче, ебал я в рот. Давай найдем выход. И просто уйдем отсюда. Где вы? Где выход? Где, блядь, выход? Тупик. Пизду, блядь. А, дверь. А, вот мы через эту дверь зашли. Кто-то закрыл ее за тобой. Ну все. Ну лови нас, ебаный пидорас. Я не выдержу. Мое сердечко, блядь, не стальное. Увы и ах. Я такого не выдержу. В темноте невозможно бегать вообще. Блять, вот эти блуждания. Куда мы ходим? Куда мы пришли? Что это за место? Опять пришел сюда. Пойдем вниз, я не знаю. Может, там внизу еще походим. Да подожди, вроде низ тоже весь прошли. Бля. Ах ты ж, сука! Беги, блядь, беги! Пырнул, блядь. Стоял и пырял, стоял и пырял. Пидор, блядь. Пидор, блядь, бежит за мной. Ух, стоял и пырял. Нахуй пошел. Сучий потрох, блядь. О, блядь, вернулся, сука, тупик. Блядь, беги. Ой, пидор. О, тупик. Где эта мразь? Ебать, я весь в крови. Ебать, я весь в крови. А, так он через эти двери заходит. Ах, он пидор, блядь. А сколько у меня жизней? Смотри, вот почему-то там он нас прям поймал. И такое, все, не убежишь. Просто тут еще карту ты хер выучишь. Я вообще не знаю, кто-то я видел видео какие-то в интернете, то кто-то нашел все три ключа. Но я тебе скажу так, я этой хуйней заниматься не буду. Это пиздец. Это страшно очень. Но мы тут были, блядь. Сколько я должен тут ходить по этим... По одним и тем же закоулкам? Ну, блядь, значит, наверху еще ключи должны быть.
Он стоит и как дурачок в тебя вот кляет. Блять, ну нам вниз надо идти. Пойдем вниз. Это ж куда-то сюда? Это куда-то сюда. Вот сюда. Почему нельзя наверх выйти? Было бы прикольно ее пройти, но я знаю, что не пройдем. И вот тут от него бегать, это просто пиздец. О, подъем наверх. Он отсюда сейчас придет. Ой, блядь. Подъем наверх, это обман. О, еще один подъем наверх вижу. Какая ж он мразь, сука, не могу. Какой вы пидор, мистер. Блять, одни его двери везде. Это что сейчас был за клоунский звук? Блять, все, бегу нахуй, не торможу нигде. Бегу вперед. Хватит, блять. Сука, что за уточка? Я вышел, блять. Я вышел. Это какие-то душевые. Что, сука, за уточка крякала? Это бесполезные душевые, блядь. Тут еще вся проблема в... Вся проблема в том, что управление максимально неудобное. То есть бежать от него это... Блядь, пришел! Пришел нахуй! То управление все, ну, максимально неудобно бегать, максимально. Вот когда он начинает бежать за тобой, это все звук неприятный. Блять, бегу на авось. Пиздец, блять! Ох, поймал тварь меня. А ретри, с самого начала начнем? А почему? А в прошлый раз, сука, что случилось? Так, погоди. Девочка! Я думаю, что мы сейчас закончим. Просто я хочу понять одну вещь. Вот, ага. А никак мы не поймем. Я хотел понять, активировался ключ или нет. Ну и непонятно. Сохранилось ли что-то? Не сохранилось ли что-то? Почему в прошлый раз игра вообще вылетела? Потому что он нас в клетку посадил и заколол, запырял. Ой, конечно, это был пиздец лютый. Так, да, так я сильно не обсирался уже очень давно. На этом давай закончим. Не буду, я думаю, продолжать в нее играть. Ну и нахуй. Непонятно еще, как она работает. Что там с ней делать. Ой, ну и в жопу. Она была очень-очень неприятной. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим видео с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего пока.